Молдавский лей сдает позиции. По курсу Нацбанка на сегодня 1 евро стоит 21,69, на 9 банов больше, чем накануне. Доллар подорожал на 6 банов, за него дают ровно 18 леев. Румынская валюта торгуется по 4,40, на 2 бана больше. Украинской гривны и российского рубля изменения не коснулись, они стоят 64 и 23 бана соответственно.